как ты приехал? Посыпает. Надо будет взять у него эту самую. О, песка насыпать. Колеса. Куда-то пытаемся выехать. Трохи на песок. Задом сдаю, блин, с горы. Это пипец практика. Стресс. Учеба, да, блин? Задом с горы. Сам потренируюсь, блин. Вроде сейчас все должно быть пойти. Сейчас попробуем проехать. Треугольник надо будет забыть. Искать его. I will try. Good luck. For you also. That's it all. We'll see. We'll see, yeah. So, it's already, no? Not yet. Okay, we'll try. Good luck. Thank you very much. Пока пошли с Пилигинга, друзья мои. Нафиг эти горы, да, друзья? Блин. Эти ребята помогли, действительно.
нормальная такая горочка, ёпрасете. А чудак, блин, тоже нормальный. Я говорю, а что ты так полетел? Да фиг знает, я увидел, что эта машина притормаживает. Говорит, я на тормоз нажал, и меня, блин, как понесло. Вот невезуха, блин, говорю. Ты даешь. Блин, хорошо не перевернулся. Обошлось малой кровью. Ну, паром перенесли, блин, конечно, уже. Дай бой себе вечера, по-моему. Я так посмотрел. Нет, это 30 число. А сегодня какое? Ой. Чудак подходил, тоже там коллега, блин. Сетки подложил, но ничего не помогает. Ничего не помогает. Вот пока песком не посыпали дорогу. Ну, конечно, блин. А эти классные, блин, машинки у них. Сам едет, сам себе дорогу посыпает под колеса песок. Ну, вообще, конечно, супер. Он от радости никуда не улетит. Я бы, может быть, не стал, но скорость мануальная, блин, не переключается взад. Тупит, блин. Сейчас опять начинает подтупливать. Газ сбрасываю, не могу определить, когда она переключается. Не понял, когда у меня паром? 30-го вечера? Ёхай ты, блин, одно проехал, другой стал. Ну как так, блин? С другом вместе стал. Ну что, ребята, опять трактор приехал, сзади мне песком сыпет. Что это такое? Задом съехать.
тоже трудновато теперь. Не та дорожка. Постоянно там давление тормозное низкое. Сейчас задом поехал. Едем задом. Такой тренинг, блин. Задом с горки, блин. Ты сегодня у меня, блин, сплошные тренинги. Может, блин, в яму не улететь сейчас еще. Вообще прикольно. О. Поехали вперед. Я дорогу уже там перекрыл. Красота. Заехать на песок надо хотя бы заехать. Давление низкое, блин, воздушное. Низкое тормозное давление. Пипец, сколько еще таких горок будет? Я не знаю вообще, блин. Честно. Мне, блин, бы чуть-чуть. Совсем. До песка добраться. Сразу, блин. Только опускается раздавление низко. Ручник становится. Еще первого моста пока. Ой. Не отдает мне этот самый, блин. It's pressure! Down! Need to wait. I tried, yes, but it's impossible again go down and again stay on the plate. Pressure, yeah? Iron.
доходит, надо, блин, чтобы набралось нормально. Накачаемся. На нейтралке обороты поднимем, попробуем накачать. Лесовоз он еле ползет. Песок сгребает. Ой, блин.
music. Блин.
точно некому будет выручать. Просто эти шведы, они тут рядом живут. Больше, чем, блин. Вообще скорость никакой не держит, блин. Сейчас вот здесь станем, блин. Ну а почему бы нет, правда, блин? Пипец! Все горки мои.
Блять, ну машина просто перестает идти в горы. Что же это за хуйня, блять? Да, блядь, это пиздец, блядь. Ну что, как результат, ребята, нифига мне не получилось. Я предложил, блин, боссу, а также диспетчеру, что нужно кого-то прислать и отцепиться, чтобы он взял либо мой полный прицеп, либо, ой, ну, короче, перецепиться и посмотреть. Но сейчас приедет Дэн, уже, вернее, он приехал, и сейчас мы будем решать эту проблему, блин. Хочу, чтобы он попробовал поехать, блин. Поедет машина или не поедет? А потом уже отцепляться. Вот интересно, машина или прицеп? Ну что-то не то. Что-то не то. Да, просто я заметил сегодня, что у нее начала мощность фигачиться, блин. Просто пропадать мощность. Ну посмотрим. Ладно. Ждем Дэна. Вернее, он уже приехал, он уже поехал туда на разворот. Блин, перецепились с Дэном. Дэн спустился с горы вниз. Я на его машине. Сейчас перецепились. Хуй водичкой угостил. Ух! Я за ним пойду. Идет, нет? Решил наверх подняться. 12%. Время 44 часа. Ой, 44 минуты, что ли? Сколько мне еще работать сегодня? Продолжайте ехать по дороге 49 километров. Ну давай, Дэн, блин, не останавливайся только. О, блин, сейчас тоже встанет. Встал, что ли? Нет, идет. Еще горы, блин, поднялся бы я до сюда. А где-то здесь я и стоял. Не, не здесь. Что-то он как-то медленно идет.
Сейчас и скорость набирается, блин. Все в порядке. Ладно, гоним в порт. Друзья мои, добрый вечер. Я уже на паромной переправе. Паромной переправе. Итог сегодняшнего дня. Видимо, у меня руки косые, я ехать не умею на этих машинах. Потому что у меня, блин, все тормозило. Ни в гору не могу ехать, ни с горы не могу ехать. Ничего не могу ехать. Встал на том месте, машина идет взад. Да. Ну ладно, суть не в этом. Приехал Дэн на своем тягаче. Смайнались мы вниз с горы. Вернее, он смайнался на моей машине, а я на его. Отцепили вместе доли и от прицепа вместе, ну, оставили только один прицеп, он подъехал, подцепился, вот, и мы погнали. Ну, потом я там заправился, здесь недалеко на заправке, перецепились уже там на заправке, и тогда погнал уже он протестировать. Ну, понятно, что горы здесь другие, но все равно он говорит, да, все нормально, вроде едет. Объяснил, как надо, в принципе, ехать правильно. Блин, на пониженную. Я, в принципе, так и ехал, только у меня пониженная не включалась. Что я могу делать? Я жму, она не включается. И как была десятая. Другой раз включается, другой раз не включается. Ну что поделать? Блин, значит, руки, наверное, у меня поточены не по одно место. Значит, не умею правильно переключать. Это я имею в виду на механике. Вот. Ну ладно. Теперь не знаю. Написал письмо диспетчеру, написал письмо боссу. Что, значит, у меня руки такие, вам решать, надо сервис или не надо сервис. И главное, все ошибки пропали. Просто пропали все ошибки. Ну ладно, теперь у меня что, завтра паром, насколько не знаю. И что еще? И выгрузка. А что у меня, кстати, в этом написано? Пришло, не пришло? Блин. Сейчас проверим. Тут не видно, что мне завтра светит. Ну, загрузится, тогда узнаю. На данный момент пока ничего не вижу.
Ну ладно. Я даже не знаю, сколько у меня завтра паром. Кто знает. Посмотрим. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Эпопея шведская заканчивается. Это просто... Просто жестокие дни у меня были. И как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет...